Ох, не думала Елена, не гадала, что 2 из 8 дипломов действительно пригодятся в жизни. Закройщик и конструктор швейных изделий наша героиня уже 28 лет. Хотя я никогда не думала, что вот именно профессия швейника у меня пройдет через всю жизнь. Но так получилось, что она оказалась основной, любимой, востребованной, нужной. И не просто нужной. Уже на 2-м курсе лицея Елена стала делиться знаниями с первокурсницами. 80-е организовала свои курсы, где каждый желающий мог за 3 месяца освоить базовую программу кройки и шитья. По 20 человек приходило на курсы. У нас вечерние курсы были, люди после работы спешили все вот на занятия. В конце 90-х ряды желающих стали редеть и вовсе пропали. Но Елену это не смутило. Она приобщила к любимому занятию девочек из студии моды «Шанс». Вместе придумывали наряды, вместе их воплощали в жизнь и вместе представляли зрителям. На правой половинке заднего полотнища у нас молния должна на 0,1 зубчики вот так вот выглядывать. Для этого мы прикололи и затем на 0,2 стежками временного назначения закрепили. 2 года назад интерес к швейному мастерству возобновился. Пришли девочки и сказали «хотим». Елена организовала программу на 3 месяца и теперь 3 раза в неделю по 2 часа индивидуально занимается с Верой, Светой и Таней. Если взять расписание, вот мое расписание, то там чуркана-перечуркана. Одного удобно в 2 часа, другому удобно в 4, третьему в 8 утра. Я по натуре сова, я лучше буду работать всю ночь, чем вот это вот утром прийти. Но приходилось идти заниматься человеком, потому что у него именно это свободное время. Светлана 4-й месяц посещает курсы. Говорит, личных знаний было недостаточно. Поэтому обратилась за советом к более опытному товарищу. Под чутким руководством феи кройки и шитья успела сотворить рубашку, 2 юбки, пиджак, брюки и платье. Больше всего сложностей было с этим изделием. Здесь у нас идет воротник на отрезной стойке, манжеты, карманы. Вот, это было одно из самых моих первых изделий. С ним пришлось немножечко повозиться. Сейчас девушка дошивает домашний халат и оканчивает курсы. А Елена готовится обновить гардероб танцевального коллектива «Фантазия» к очередному отчетному концерту. Виктория Сарада, Николай Фарафонов, Телемикс.